Партнер программы – кухонная техника «Манфилд». Британский дизайн и качественные материалы. Доброе утро! С вами проект «Кулинарное путешествие», где мы учим вас готовить завтраки стран мира. И сегодня мы отправимся в Канаду. Интересные факты о канадской кухне. Национальное канадское блюдо называется «Путин». Оно состоит из картофеля фри, политого соусом с сыром, беконом или копченым мясом. Самый известный канадский десерт называется «Хвосты бобра». Это слоеные пирожки со сладкой начинкой. И, конечно, кленовый сироп. Канадцы настолько любят его, что добавляют везде, от сладкой выпечки до омлета с беконом. Кленовый сироп – это весенний сок канадского сахарного клена, прокипяченный и сгущенный. Готовить канадский завтрак мы будем вместе с шеф-поваром Александром Чекилевским. Александр, что мы сегодня приготовим? Сегодня мы приготовим пышные блинчики. В Канаде их называют панкейки. И, естественно, мы их подадим с кленовым сиропом, свежими ягодами и немножко сахарной пудры добавим. А для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Первым делом мы смешаем сухие ингредиенты. В муку мы добавим сахар, добавим соль и, конечно же, добавим разрыхлитель для того, чтобы наши панкейки были пышными. Сейчас мы смешаем жидкие ингредиенты – молоко, растительное масло и яйцо. Все готово. Теперь мы смешиваем наши ингредиенты до консистенции густой сметаны. Тесто готово. Теперь мы оставляем его на 5 минут, чтобы оно отдохнуло. А сами идем готовить чай. Ставим на плиту сухую сковородку. Почему сухую? Потому что в нашем тесте достаточно растительного масла. Индукционная плита Manfield разогреет сковородку за считанные секунды, и мы готовы приготовить наши панкейки. У нас получилось 5 замечательных панкейков. Посмотрите, какие они румяные, какие они пышные. Остался последний этап. Мы украшаем. Для этого нам понадобится кленовый сироп, свежие ягоды и сахарная пудра. И последний штрих. Мы выкладываем свежие ягоды на наши панкейки. Канадский завтрак готов. У нас ушло на него 15 минут. Спасибо, что отправились с нами в кулинарное путешествие. Приятного аппетита!